Здравствуйте, друзья, с вами Павел. Вот, решил снять видео вот об этой вот посылочке, пришла буквально сегодня. Вот. Это у нас как бы комплект такой для начинающего ардуинщика. Ну, точнее, даже я бы сказал, не только ардуинщика, да, но и на Raspberry Pi, допустим, все это подойдет. И даже больше скажу, не только для начинающего, потому что тут такие вещи маленькие, да, которые, собственно, поодиночке заказывать, ну, я не вижу смысла, да, потому что будут стоить, ну, те же, допустим, 20 рублей там какие-нибудь, да, но просто ждать в разнобой эти посылки, когда они там дойдут и так далее, кто его знает. А тут как бы все вместе. Вот, ну, давайте я вам покажу, что у нас в комплекте тут идет. Так, то есть отдельный вот пакетик сейчас положим, значит, с больших объектов. Контактные провода. Папа. Так, их должно быть 20 штук. Ну, давайте посчитаем ради приличия. 4, 5, 10, 4, 5... Так, даже 21, то есть на один контактный провод больше. Видите, мы уже в плюсе. Вот. Ну, провода понятно. Для чего они нужны, да, вставлять. Ну, давайте сразу тогда. Еще вот идет в комплекте маленькая макетная плата. Ну, вот как раз для соединения какого-нибудь Arduino Uno, допустим, и макетные платы, эти провода самые годятся. Ну и ко всяким датчикам подключаться. Вот. Значит, макетная плата, контактные провода. Вот, потом, так, это у нас питание для Arduino Uno и для кроны. То есть мы вставляем в питание, вот, с этой стороны крону, да, и у нас автономно работает наша Arduino, да, и получается так, что как бы мы можем всякие датчики делать, которые именно будут потреблять только батарейку. Сменили батарейку, все, и у нас все будет хорошо. Очень полезная штука, если мы хотим делать из Arduino какой-нибудь выносной датчик. Вот. Так, что у нас тут еще есть? У нас тут еще есть, так, резисторы. Резисторы должны быть у нас номиналом 220 Ом, 1 кОм, 10 кОм и 100 кОм. Ну вот, давайте, 1 кОм есть, 10 кОм есть, 100 кОм и 220 Ом. Так, все вроде бы есть. Должно быть их по 10 штук. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 есть. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, все четко, все ровно. Вот. Для чего нужны резисторы? Ну, как бы знаете, да, что в каждую схемку, примерно к любому датчику практически, у нас нужен в цепь резистор разного номинала. И их просто по отдельности покупать же, говорю, 100 штук, но они ни к чему. А тут как бы их чуть-чуть и разные номенклатуры. Вот, и можно всегда в схему вставить то, что, который нам нужен. Вот, очень удобно. Так, с резисторами закончил. Ну, давайте остальное высыпем. Что у нас тут? У нас тут идут кнопки. Вот, они у нас, если посмотреть, довольно-таки большие. 4 контакта. Вот. Их должно быть, кнопок у нас 6 штук. 1, 2, 3, 4, 5. 6 штук есть. К ним идут у нас колпачки. Колпачки разного цвета. Есть синий, белый, вот, красный. То есть вставляем вот таким вот образом. Опа, и все. И у нас кнопка уже с пластмасочкой. Вот. То есть кнопочки, которые как раз я долго ждал. В следующем видео у нас будет урок, как использовать в Arduino кнопки. Вот. Значит, есть кнопки. Шляпок тоже 6 штук. Вот. Далее. Есть у нас диоды. Диоды разного цвета. То есть есть красные. Сколько красных должно быть? Красных должно быть 5. Ух. 1, 2, 3, 4. Оп, зацепился.
5, так, 5 красных диодов есть, 5 зеленых диодов, да, то есть. Так, и 5 желтых диодов. Да, как раз то же самое я могу сказать и про диоды, да, что вот по отдельности их покупать кучи смысла нет, а тут они как бы есть, и все замечательно. И вот у нас еще в этом комплекте идет два фоторезистора. Вот. Модель 5516. Вот у меня в видео предыдущем есть, как использовать фоторезистор как музыкальный инструмент, можете зайти посмотреть. Вот, собственно, еще одни два, это в принципе пригодится, больше двух их нет смысла. Допустим, их можно подключить, чтобы включался свет у нас, как только темнота начинается. Вот. Все, друзья, вот на этот чудо набор я ссылочку в описании оставлю. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, добра, позитива. Пока-пока.